Погнали. Докопайся до истины. Неплохо. Подстава еще должна быть какая-то. Так, тут ладно, сложность понятна. В чем? Так, ладно. Блин, а он слишком тяжелый. Где тут минус? Его отбросить-то да, сложновато, но... Он сам по себе тяжелый. Полетели. Так, хорошо. Тихо. Ёнамина саранта. Я сам не знал, что я сказал. Мама мия, золи такие фанся. Почти. Не, я бежать не буду. Я уже этой игрой научен. Что доверять тебе ни хрена нельзя. Какая чудесная ночь, не правда ли? Щитовой рыцарь, пойдем со мной, идем отсюда. Ты жалок, хватаешься за ложную надежду, гоняешься за призраками.
Итак, ты пришел сразить тебя, рыцарь, отомстить за любимую. Загляни мне в глаза, видишь, как мне страшно. Смотри, как я дрогну, когда ты достанешь клинок. Мне нужен клинок, чтобы простить зло, считывается. Я знаю, что ты еще не потеряна. У тебя нет ни малейшего шанса победить меня. Но я не стану тебе препятствовать. Изволь, исполни гибельный танец. Месть. Ага, понял. Вот оно, да? Нет, 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 нет. Я куда? А меня подхилить? Я тебя поймаю! Ты поймал! Ты поймал меня! Если бы ты знал, то пришел бы раньше. Ты знал, что я все еще здесь. Но... И хотя надежд почти не было, ты не бросил меня. Я никогда не брошу. Постриг за тобой до красиво, до самого конца. Похоже, конец уже наступил. Что происходит? О нет, когда амулет торопился, Магира вырвалась наружу. Чары уже собираются, они вырвутся на свободу, уничтожат все. Но мы можем это остановить. Мы можем это остановить, но можем уничтожить их навсегда, здесь и сейчас. Но мы оба еще слабые после битвы. Я готова, как никогда, идем обратно, рыцарь. Сразимся вместе, как в былые времена. Итак, держись рядом со мной. А меня подхилить? А меня подхилить, алло! А, спасибо. О! Инвалида. Куда ты шла? Ой, дура ты, короче. О, понял.
Не-не-не-не-не-не-не. Да еб... Не, я так лучше спасусь. Слушай, ты походу вообще бесполезен. Это самое лучшее, что я мог сделать, да. Куда ушла? Что по башке бить можно? Вернись, короче, ты. Чудо-юдо. А ты вообще молодец. Отлично. Все кончено, лопатрицы, все рушится, нужно спасаться. Бежим, я знаю путь. Щитовой рыцарь. Черный рыцарь, вау, небеса. Ты здесь, лопатный рыцарь ранен, вытащи его наружу. Ты? Нет, я не оставлю тебя. Как ты выберешься? Чары слишком сильные, я больше не выдержу. Беги, ты не сможешь отразить это. Чары разорвут тебя на части. Я так счастлива, что увидела вас обоих в последний раз. Щитовой рыцарь. Беги, увидела потом рыцаря. Спасибо, погляди, что спасешь его. А нахрена мы ее шли спасать?
Да. Замок Славнотопии коронируется. Законный король вернулся. Пруд рыбок. Да начнутся празднования. Двор кровопийцы, призрачный рыцарь. Душа любой вечеринки. Железный кит, алочный рыцарь. Золото вернулось к народу. Взрыв лаборатории, чего рыцарь? Урок продвинутого зельеварения. Потерянный город, подземный рыцарь. Идет раскопки и экспедиции. Блуждающие путешественники. Всегда готовы битвы. Летучая машина, летучий рыцарь. Продолжать жить беспечно. Часовая башня, инженерный рыцарь. Мой селект игрушки для детей. Заброшенный корабль, полярный рыцарь. Мы спасены. Я сдержал обещание, щитовой рыцарь. Набирайся сил, лопатный рыцарь, мы еще встретимся. Шоу Найт! Полисусь, короче. Ну, что я могу сказать об игре? У меня уже так как у меня традиция, можно сказать, на канале, то что после прохождения игры я сомнения об игре высказываю. Так что. Что могу сказать? Игра хорошая. Местами сложная, местами легкая, но, скажем так, играбельно. Интересно. Тем более это Treasure Trove версия. Так что я думаю, это еще не конец, да? Ну. Конец оригинального сюжета. Лопатного рыцаря, да? И начнется уже. Там еще, по-моему, две или три есть. Но это я точно не уверен. Вот.
Доступна новая игра плюс. Впереди новый квест. Выберите завершенный профиль Лопатного рыцаря, чтобы начать. Открыт режим испытаний. Открыт тест звука. Так. У нас тут есть чумной рыцарь и призрачный рыцарь еще. Швыряйте в бомбы в альтернативной истории, пробудите путь сквозь трагический приквел. Ладно, этим мы займемся в следующей серии, можно сказать. На этом я заканчиваю оригинальный сюжет Shovel Knight. Shovel of Hope. И уже будем проходить, наверное, чумного рыцаря. Потом уже призрачного. Так что на этом все. Всем спасибо и всем пока.